Сьогодні в нашій рубриці вже знайомі вам тренери Ірина Тернова та Олександр Мунтян. Вони розкажуть про одну із основних вправ, що вводить в дію весь м'язовий комплекс ніг. Присідаючи, окрім ніг, ми тримаємо в тонусі м'язи спини та пресу. Отож, присідання та його види. Задействованные мышцы. Это в целом все мышцы корпуса, пресс, напряжение, ягодичная, большая, малая ягодичная мышца, внутренняя приводящая, квадрицепс. Сань, давай покажем. Обыкновенные классические. Коленочки разводятся, смотрят на носочки. Всегда помню, что сохраняю в пояснице прогиб. Сейчас мы покажем вам фронтальные приседания. Чем фронтальные отличаются от классических? У нас большая нагрузка переходит с ягодичной мышцы на квадрицепсы. Если у вас проблемы с поясницей, то вам, конечно, нужно выбрать вариант фронтальных приседаний, потому что иногда недостаточно развитая спина ограничивает выполнение силовых упражнений в приседаниях, и ноги просто недополучают своей нагрузки. Так, показываем. Подходим. Гриф штанги ложится на передние дельты, между ключицей и передней дельтой. Руки скрещиваются, и плоскость локтя и плеча параллельно полу. После этого снимаем, прокручиваем, выходим. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. И поехали. Сохраняя в пояснице прогиб, мы опускаемся до параллели бедра с полом. И на выдохе встаем. Всегда помню, что выдох у нас делается в момент самого тяжелого прохождение самой тяжелой точки. Таким образом у нас поясница задействована в самой минимальной степени. И максимально квадрицепсы нагружаются. Основная часть ложится на латеральную зону. Еще один вид приседаний, которые хорошо снимут нагрузку с поясницы, это старые добрые приседания Зерчера. В принципе, они идентичны приседаниям фронтальным, с тем лишь различием, что штангу мы удерживаем, фиксируя на локтях. Мы зажимаем ее, и у нас еще в статике работает бицепс. Для этого надо либо ставить в силовой раме на уровне локтей стоечки, либо воспользоваться в смите, подходите, берете. Товарищ вам прокрутит, поможет, потому что когда вес будет, уже будет достаточно сложно. Все, и поехали. Это старые, добрые, забытые приседания Зерчера. Идентичны приседаниям фронтальным. Если вы не можете удерживать на плечах, это еще один вариант таких приседаний с максимальным акцентом на квадрицепсы. Приседания с широкой постановкой ног. Приседая с широкой постановкой ног, мы максимально задействуем внутреннюю часть бедра. Здесь штанга будет располагаться уже на плечах. Здесь хорошо, когда таз проходит ниже, находится в нижней точке, чем колени. Тогда максимальная нагрузка ложится на приводящую внутреннюю мышцу бедра. Берите такой вес корректно, чтобы вы могли опуститься ниже параллели бедра с полом. Это принесет вам больше эффекта и результат. И еще один вид приседаний, который мы можем выполнить, используя кроссовер с тягой нижнего блока, когда опять-таки мы ограничены в возможностях спины удерживать тяжелый вес, но хотим хорошенько проработать ноги. Берем вес, перекладину закрепляем. Корпус находится под углом, чтобы вас не пугало такое положение корпуса, потому что перевешивается натяжение. Мы сохраняем вот такое вот наклонное положение тела. Ноги поставили пошире. Очень хорошо это для девчонок используется упражнение, потому что мы можем взять большой вес, но исключить нагрузку на спину, потому что у девчонок, как обычно, спина немножечко отстает. Поехали, Сань. Садимся вниз. Корпус вперед не заваливайте. Корпус находится ровно. Таз опускается ниже уровня колен. Колено не выходит за носки. Все правило. И на выдохе встаем, выпрямляемся. Поехали. Полное движение. Вот так. Очень хорошо работает ягодичная мышца, внутренняя часть бедра. И в минимальной степени вообще задействованы мышцы спины. И потихонечку возвращаемся. Если тяжело удержать большой вес, часто вот ограничиваются захватом. Силы хвата не хватает, чтобы удержать. Хочется перегрузить ноги, но перекладина выскакивает. Очень просто. Берем такие лямки, одеваем и обхватываем
перекладинку, и таким образом нам больше ничего не мешает накачать наши красивые, шикарные ягодицы и ноги. Приходите, тренируйтесь, никогда не поздно начать. Все наши ограничения у нас в голове, снимите их. Забудьте про то, что вы больные, хромые. Всем найдется место, всем найдутся тренажеры, найдем упражнения, сделаем здоровыми вас. Занимайтесь, остановитесь лучше, верьте в себя, у вас все получится. Смотрите нас, тренируйтесь правильно, правильно питайтесь и достигайте результатов. Погнали!